Ну что ж, я вам обещала, что мы что-то сделаем из этих веточек елочек. Но у меня еще есть елочки, елочные веточки. И еще есть обычные веточки, которые я там понабирала. И мы, наверное, из них сделаем веночек на двери. Да? Так, я уже тут начала, вернее, я попробовала, как он угнется. Что я сделала? Я взяла вот такую палочку. Вот эту такие длинные у меня, самую большую взяла. Вот так вот скрутила ее. Вот. И вот тут зафиксировала проволокой. Вот. Вот тут. И начала закручивать эту веточку вот так вот вокруг. Оно, видите, получилось неровный. Поэтому каждый раз, когда я буду его держать в руках, каждый раз я буду вот так вот его подравнивать. Вот. И продолжаем дальше. Эту веточку я вставляю чуть-чуть, возвращаясь назад. Вот у меня конец этой веточки тоненький. Вот как-то вот так между ними вставлю. Вот сюда. Так, чтобы она, вот этот кончик, вот так. Когда я нажимаю сюда, видите, он не выскакивает. Чуть-чуть там зафиксировать его. Так. Не выскакивай. Так, так, так. И заворачиваю. Хочу сказать, что это не так легко. Не так уж это и легко. Что-то лепить из веточек. Так. Так. Вот так вот. И вот так вот заворачиваем. Заворачиваем, прихватываем кончик предыдущий. А кончик предыдущий, вот у нас уже две больших веточки. Вот сюда мы его. Между этими веточками, и они его зажмут. Так, и этот кончик между двумя веточками. И веточки сами себя зажимают. Вот. Опять немножечко придаем форму. Такую более-менее круглую. Но все равно нам веточки, они же пушистые, они немножечко будут сглаживать нам где-то что-то. Но все равно. Так. Мы тут закончили. Немножечко возвращаемся. Вот сюда вводим между веточек. Так. Давай. О, есть. И поехали дальше. Аккуратно надо, потому что выскакивает. Веточки у меня что-то и коричневые, и зеленоватые, и красноватые попались. Ну ничего. Кстати, можно, если много веточек набрать, можно сделать веночек просто из самих веточек и потом подходящий сделать декор. Вот. Ну, у нас это будет как основа, что ли. В общем, посмотрим, что мы можем сделать с этого. Говорю, все на ходу. Все на ходу тут выскочило. Заправляем ее опять между веточек. Следующей веткой оно прижмется. Так, тут у меня кусочек веточки закончился. Между веточками. Так, тут продолжаем. Вроде неплохо получается. Вот так. Еще пару веточек у меня есть. Так, где мы там закончили? Так, вот тут мы закончили. Возвращаемся немножко назад. Вот сюда. Вот видите, тут вот торчит. Я его поджимаю. Веточки у меня гнутся. Хорошо гнутся.
Видно, свежесрезанные были. Мы их подобрали с вами, когда в парке гуляли. Что-то обломалось, ну ладно. Это зажимаем сюда. Возвращаемся немножко назад. Куда-нибудь втыкаем ее. Дальше. И дальше продолжаем. Ну, красиво, мне нравится. Вот если много веточек, то он вообще будет такой пышный и красивый. Проволочки уже практически не видно, где она там. Так, кончик обломался. И последняя веточка больше нету. Она самая длинная. Так, вот сюда возвращаемся. Между веток вводим ее. Этим толстым концом. Как-то туда, вот сюда хочу ее. Все. И поехали аккуратно. Ой, ты где-то. Придерживаю вот здесь, чтобы она не выскочила, мне по морде не треснула. За то, что я ее гну. Знаете, мне оно уже нравится. Я бы уже и так оставила. Я бы уже и так оставила. Больше бы, конечно, веточек, но мне уже и так нравится. Они очень хорошо переплетались между собой. И даже то, что у них оттенки разные, тоже играет на руку. Есть. Вот. Видите, как красиво. Ну, более-менее ровная форма. Вот это место, где у нас вот проволокой. Если вот так, то его даже и не видно. Видите, как красиво. Тут чуть-чуть уголочек. Ну, ничего. Вот так. Вот он тут более ровный, а здесь более такой объемный. Мне нравится. Что бы дальше сделать с ним? Не знаю. Дождика не хочется сюда давать. Может быть, вот такой у меня есть шнур. Ну, такой и такой шнур. Они немножечко, кстати, разные по оттенкам. Тут светлее, темнее. А что, если я его вот так в две нитки перекручу? Так, сначала соединю две нитки вместе, чтобы было легче пропускать. А потом обмотаю. Вот так я обмотала и сделала вот такую вот штучку держать, куда на что вешать. Вот тут я оставила специально вот такую вот махрушечку. Даже еще потом добавлю, чтобы такое вот, ну, в общем, подержать этот стиль. Так, сюда я хочу вот именно только вниз, в эту сторону и в эту сторону елочку. Сейчас я елочку принесу, она у меня там лежит в другом месте. Будем клеить. Так, вот веточки, и мы приклеиваем к низу. Вот у нас тут где вешать. Вот так вот вешаем. Чуть-чуть сюда бы хотела подвинуть. Вот, вот так. И вот, начиная где-то вот тут отцентровываем, центр ставим и клеим веточки сюда. Ну, приблизительно все.
Если были бы штучные веточки, то нам бы этот веночек дольше послужил бы. Но так как у нас натуральные, ну, один год. У нас же, в принципе, даже если мы его выбросим, это же все натуральное. Эта бечевка тоже натуральная. Опять мы не засоряем экологию. Веточка лишняя, ее отрезаем. Так. Надо пистолет себе купить. Плохо, что нету. Быстрее было бы и удобнее. Так, не ту сторону, другую клеим. Вот тут, где у нас веточки сойдутся, вот тут вот, мы потом еще вот здесь так вот сделаем. Эти нам не надо, которые пустые. Вот такое у нас получается. Ну, мы, вот, получается, что мы эту всю часть заклеим, нижнюю. Какие-то веточки сделать такие, чтобы еще вот так немножечко вверх смотрела, ну, в середину круга.
И вот сюда, вот в центр, и вот чтобы оно сюда спадало, ну, чтобы оно было равномерное. Что-нибудь пушистенькое надо найти. Очень аккуратно печет. Печет, печет. Пальчики печет. Наверное, все еще эту веточку. Все хорошо фиксируем, потому что двери будут открываться, закрываться, будет веночек у нас туда-сюда телепаться, чтобы все держалось. Вот. Красивая рамочка. Дальше. Дальше. Есть у меня еще пару шишек. Таких вот. Каких-то разных. Сейчас я все шишки сюда поскладываю. Вот такая шишка есть с веревочкой, которую на елочку вешали. И ее вот сюда. Или вот сюда. Вот сюда или вот сюда, чтобы она шла. Не, наверное, вот сюда. Такая шишка одна, но есть вот такая. Ну ничего. Они по размерам одинаковые, по длине. Но это с елки, а это, наверное, со сосны или откуда? Сосна, наверное. А может, другой вид елки, не знаю. Эту сюда. Держится, да? А маленькие шишечки. Такую вот какую-то композицию. Так, так. И вот так. Да. Так. Ай-ай-ай. Очень аккуратно. Печет, зараза. Вот такая коробочка еще одна есть. Нет, две таких коробочки. Еще одну нашла. Шишку надо приклеить еще. Что-то она нестабильная. Так.
Еще одна коробочка. Сюда же ее. Так, есть. Вот что у нас получается. Ничего так. Так, эти шишки мне не нужны будут. Это я уберу. Вот такая штучка у меня есть из бумага клеем ПВА. И вот так вот скрутила просто. Надо посмотреть, как оно будет смотреться, если я вот сюда ее. Вот на этими шишечками вот так. Вот сюда. Нормально. Вот такая у меня еще есть веточка блестящая одна. Я ее тоже сюда посерединке воткну. Вот так. Да. Сейчас приклею. Просто использую то, что у меня есть, какие декоры есть у меня, то использую. Так, где-то у меня тут были еще такие розочки, я делала из бумаги. Так, пока выключу. Так, смотрите, что я придумала. Вот у меня есть такой ангелочек. Такой пластиковый серебряный. Я его придумала вот сюда. Вот так. Посадить. Правда, будет красиво. Вот так его посадить. Вот так. Да, так и сделаю. Ну да, обратной стороной, чтобы я видела, куда я его буду втыкать. Так. Лапки наклею. И воткну туда. Есть. Лапки. Так. А сзади к веточкам приклею. Нравится мне это. Еще раз. Лапки. Так. А теперь лучше. Сюда веточки. Веточки будут держать его сзади. Так. Вот. Ангелочек. Так. Сейчас еще впереди веточками его задекорирую. Ножки, лапки его. Приклею, его будет держать и сзади, и спереди лапки. Так, есть.
Все, сюда больше я ничего не буду. Пока не планирую. Теперь мне нужно вот тут что-то. Вот я нашла. Такие тоже у меня есть ракушки. Еще колокольчики нашла. Вот это вот и такие цветочки делала из бумаги. Ну что? А, у меня еще вот что есть. Вот такая вот. Вы знаете, что это? Делали вот так, подбирали волосы. Это еще, наверное, в 60-х годах. Вот так вот. Эту бабетку прикладывали. Это была палочка. Вот как китайская. Это мне по наследству досталась эта штучка. И она тоже серебряная. И она вот идеально пошла вот сюда. Так и сделаю. Ну так попозже. Сначала вот тут. Ракушки поприклеиваю. Потом ракушки покрасим. Покрасим опять перламутр. Красиво будет. Сначала белой краской, а потом перламутр. И с этой стороны. Держишься или не очень? Так, есть. Может, по три? Нет, вот тут еще есть. Ладно, по три сделаем. Эту вот так сюда. Так, есть ракушки. Казалось бы, что такое Новый год, ракушки. Но мы же их задекорируем. Вот. Цветочек. Два цветочка. Ладно. Еще у меня есть вот такие вот штучки. Такие вот. Две таких и две таких. Может, еще такие штучки сюда приклеить. Зелененькие, только разных оттенков. Что-то не клеится. Стеклянное, это стекло. Хочет, не хочет. На дерево клеиться не хочет. Ну, приклеилась. Есть. И теперь вот сюда вот. Хочу что-то. А нет, еще я хочу, знаете, что сделать? Я хочу еще. Какие у меня эти нитки остались? Я хочу еще вот тут между вот этими. Так.
рассказываю. Вот. И вот тут, и вот тут вот хочу такие, как петельки сделать вот из этого жгутика. Ну, чтобы оно играло. Вот так просто намотаю. Вот намотала, перекрутила, вот так немножечко раздвину. Раздвинуть немножечко, чтобы оно пышненькое было. И вот так. Все. Ножницы где мои? Вот такие вот штучки, как бантики, что ли. Сюда. Чтобы оно мне все плясало друг между другом. Так, приклеиваю. Один такой. Сейчас второй сделаю. Есть. Красота красотенная. Ну, еще вот такие цветочки есть, рождественники. Вот скажите, как лучше? Давайте посмотрим. То ли вот эту штучку сюда. Вот так. То ли цветочек рождественник сюда. Будет два ярких пятна. И здесь, и здесь. Это не идет. Должно быть одно яркое пятно. Вот по центре, а тут как заключение. Можно ее раздвинуть еще. Сделать пошире. А можно вообще в одну сторону сделать вот так. Вот так. Вот так. Вот, наверное, так и сделаю здесь. Так, надо приклеить. Ой, упала, что-то падает, падает. Спешит кто-то, что ли? Тут надо хорошо разогреть палочку, потому что штучка металлическая, это алюминий, что ли? А может и не алюминий, не знаю. В общем, металл какой-то. Так. Сначала одну сторону. Теперь другую сторону. Есть. Вот. Красотень. Так. Вот, кстати. Надо поправить. Все красивенько. Так, чтобы оно было ровненько. Так. И вот тут, где вот эту бахромушечку я оставляла, вот она как раз посередине, вот сюда я могу приклеить, например, вот эти вот цветочки, а между ними колокольчик один. Вот сюда. Так и сделаем.
принципе, у меня еще есть вот такие вот эти вот. Может, я эти тоже сюда. Так и сделаю. Ай, ай, ай. Надо быть очень осторожным. Может, колокольчик просто повесить, чтобы он висел между ними. Вот за ниточку приклеить. А сам колокольчик пусть висит. Ну-ка. Так и сделаем. Так. Показываю, что получилось. Вот. Когда дверь будет открываться, закрываться, колокольчик будет звенеть. Ну как? Вроде ничего. Вот сюда нужно добавить белого чего-то. И вот таких вот, наверное, еще вот штучек накручу. Пару штучек. Нужно посередине еще добавить, где шишечки, вот такую вот эту штучку одну для цвета. А у них две, значит, я могу еще вниз их добавить вот сюда. Вот тут у меня пусто. Обрезаю вот эти стволики. И вот сюда их. Вот так. Такое пятнышко яркое сюда. Что мне все нравится. Так, надо накрутить каких-то таких вот еще бантиков.
штуки три. Так, теперь смотрите, я подумала, что мне вот вкраплений таких блестящих серебряных не хватает. Я взяла фольгу, обычные кусочки фольги, я так помяла, вот. Вот такие сейчас шарики наделаю. И где-нибудь их, где посчитаю нужным, приклею. Так, есть. Сейчас я кое-где их приклею. Кое-где на елочку приклею. Такой маленький есть. Сюда в ракушки. Так. Две штучки. Да. Мне еще одну надо. Все, все, все. Сейчас я беру клей. И вот что у меня получилось. Вот сюда я еще приклеила вот эти вот бантики из этого. Вот эту штучку перекрутила, по-другому поставила, чтобы она не заслоняла ангелочка. Где-нибудь добавила вот эти с фольги. Вот. Вот такая вот штучка. Сейчас еще немножечко покрою акрилом и перламутром елочку и ракушки. Свечку задуваю. Кисточка. Кое-где макну акрилом, кое-где макну перламутром. Так что оно будет и так, и так. Красиво. Ракушки. Чуть-чуть акрилом. На белом тогда перламутр лучше ляжет.
Тут у меня на кисточке остался краска, я ее просто вымокаю, где попало. Где увижу, там я. Так, перламутр. Цветочки бумажные покрою перламутром, они будут переливаться. Ракушки. Ракушки я покрою перламутром тоже мазками, чтобы где-нигде оставалось коричневое. Чтобы оно так проглядывалось. Кстати, вот шарики с фольги можно тоже перламутром покрыть. Он больше впишется. И веточки перламутра. Шишки. Тоже немножко перламутром, чтобы поблескивали. Очень красиво. Мне все нравится. Камушки чуть-чуть, знаете, чтобы приглушить их блеск. То, что они блестят, конечно, все ок, но выбиваются из общей композиции. Так, и колокольчик. Немножко тоже как снежком притрусить. Листочки зеленые на ягодках. Все. Все готово. Вот такой снежок. Поближе, если показать. Видите? На шишках. Так, это шишки чуть-чуть светлее, чем та, поэтому надо будет их подровнять. А то они выбиваются. И маленькую тоже. Больше белого. В общем, неплохо. Вот. Ракушки. Вот так вот это все. Ну, мне нравится. Пойду на дверь приделаю.
Вот такой у нас композиция со свечкой. А вот как выглядит веночек на дверях. Красиво, мне нравится. Двери открываются. Закрывается, колокольчик движется. Все. С вами была Таня со Львова. Всем пока.